Ом кі про найголовніше підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Під час виступу у військово-морській академії президент Сполучених Штатів Джо Байден засудив Путіна і наголосив, що той намагається не лише захопити Україну, але й знищити культуру та самобутність українського народу. Єдина мета цього божевільного вишкріпка знищити культуру. Це прямий напад на фундаментальні засади міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права. На думку Байдена, Путін намагався фінляндизувати Європу, зробити її повністю нейтральною, але натомість. Нато ізував її у Сполучених Штатах. Зараз розглядають можливість визнати Ерефію країною спонсором тероризму. Російські окупанти скоюють звірства на тимчасово захоплених територіях України. Вони блокують населені пункти, не дозволяють евакуювати мирних жителів та доставити гуманітарні вантажі. Вони позбавляють людей доступу до базових потреб. Верховна Рада України уже визнала дії Ерефії геноцидом українського народу і закликала світову спільноту зробити те ж саме. Білий Дім схвалив надання Україні реактивних систем залпового вогню великої дальности. Про це повідомляє низка американських ЗМІ. Зокрема, Wall Street Journal і New York Times із посиланням на високопосадовців в адміністрації Джозефа Байдена. Саме за даними New York Times рішення уже ухвалене, і наступного тижня мають про нього голосити офіційно. У новому пакеті зброї будуть мобільні ракетні установки. Їхня дальність ураження на десятки кілометрів більше, аніж у пускових установок, які зараз є на озброєнні в української армії. Крім того, ця зброя має високоточне наведення, яким керують за допомогою супутника. Аби освоїти нове обладнання, знадобиться близько тижня. Це допоможе поліпшити українську оборону на сході країни. Росіяни мають певні здобутки на Донбасі, але невеликого масштабу стрибків немає. Вони продовжують зустрічати жорстокий опір українців. Тому я не можу сказати, що надто пізно надати українцям будь-яку систему чи можливості, які їм можуть знадобитися, адже вони дуже активні в боротьбі і відтіснили росіян під Харковом. Українці продовжуються робити також і проводять власний наступ. Йдемо далі, значить, е -е, о том, об этом пишет вліять наш американське здання New York Times, о том, що администрация Джо Байдена наконец от, одобрила отправку в Украину систем реактивного залпового огня РСЗО большой дальности, что должно помочь Украине в битве за Донбасс. При этом издание New York Times ссылается на высокопоставленных американских дипломатов в администрации Белого дома. Сообщается о том, что официального передачи этого дальнобойного оружия будет объявлено уже на следующей неделе. Вооружение будет включать в себя как мобильные установки, которые могут стрелять гораздо дальше. Напомню, система HIMARS может поражать цели на расстоянии до 300 километров. Вот. Также сообщается, что Пентагон чаще всего использует в данном случае ракеты класса М-31 GMLRS, то есть Guided Multiple Launch Rocket System. Э -э управляемая э -э ракетная система залпового огня. Это высокоточное оружие, которое использует спутниковое наведение, то есть это стреляет не по квадратам, она конкретно направляется э по конкретным точкам и несет такое же количество взрывчатки, аналогичной 500-фунтовой авиабомбы. Вот. Реактивная система залпового огня HIMARS передвигается на колесной основе. Это очень быстрая, очень эффективная система поражения цели на дальнем расстоянии. Еще раз повторю, значит, она может поражать цели на расстоянии до 300 километров. То есть, домыслите сами, это может включать в себя в том числе и военные цели на территории Российской Федерации. Для этого не нужно Подходить даже близко к границе. То есть достаточно стать где-то там сотки километров и просто тупо завалить какую-нибудь авиабазу. Или лучше всего там склад вооружения, склад ГСМ. Ну э, здесь, вот есть, скажем так, определенная интрига, нюанс, связанный с тем. Дадут ли американцы разрешение на использование подобного оружия? То есть есть некая дискуссия, которая, скажем, происходила о том, что якобы американцы могут его передавать только с условием того, что Украина не будет использовать это оружие э, против цели на территории Российской Федерации. Пока мы таких вот четких жест, жестких индикаторов, что такое требование есть, не видим. Ну и слава богу. И, наконец, еще одна позитивная новость. По финалочке, значит, сегодня министр обороны Алексей Резников сообщил о том, что 155-миллиметровая артиллерия... Западная уже не просто прибыла, а уже воюет на Донбассе. Речь идет о гаубице М777, которую русские пропагандоны называют в своих сводках как М3 топора, так они ее называют. Ну, правда, это такая горькая шуточка, поскольку это Самая гаубица М777 рубит в капусту в фарш российских оккупантов гораздо эффективнее делая, чем аналогичные российские САУ. Также гаубица FH-70 используется, и французская САУ Цезарь. Правда, она не такая скорострельная, но, но очень точная. Очень точная, очень классное оружие, э высокоточное. Ну и также сообщается о том, что на фронт уже поступили э САУ М109, одной из модификаций. Это очень качественная техника. Написал об этом министр Резников сегодня в своем в Фейсбуке. Тем временем битва за Донбасс разгорается, разгорается не на шутку, там идут крайне тяжелые бои, как заявляет Генштаб вооруженных сил Украины, ситуация крайне тяжелая, но контролируемая. Но это означает только то, что ближайшие месяц-два будут крайне тяжелыми, крайне тяжелыми. И нам нужно привыкнуть к тому, что победных реляций, вот такого количества победных новостей, которыми привыкло общество, их не просто не может не быть, их просто не будет. Нужно готовиться к очень тяжелой затяжной войне. Я об этом предупреждал неоднократно. Что, не, тем не менее, не означает, что мы не должны радоваться поводам, тем приятным новостей, которые мы получаем, в том числе от союзников. Друзья, спасибо вам за просмотр этого видео. Подписывайтесь на мой канал. Лайк, лайкайте, шерьте, комментируйте видео. Для того, чтобы как можно больше зрителей имело возможность посмотреть и узнать правду о преступной войне Путина в Украине. Поддерживайте, друзья, нас на Патреоне. Это тоже очень важно для развития канала. В том числе я использую вашу помощь для того, чтобы покупать приятные вещи. Как у нас говорят в Украине смоколоки. Для моего подразделения. В частности, уже куплен дрон, который использует наша разведка. Эффективно использует ее на юге. Я передал его нашим разведчикам как раз на минувшей неделе. Спасибо вам, друзья, за вашу помощь и поддержку. С вами был Тарас Березовец, друзья. Слава Украине, слава Збройным силам Украины. Поменьше зрад, побольше перемог. И до новых встреч. Пока-пока. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.